дан старт новому этапу программы «Детский спорт». 28 юных спортсменов получили сертификаты на бесплатное посещение спортивных секций. Накануне новогодних каникул ребята из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили возможность на льготных условиях заниматься спортом. Каждому из 28 юных спортсменов были вручены сертификаты на посещение спортивных секций в одном из фитнес-клубов города, а также сладкие подарки. Среди юных спортсменов – новички и те, кто занимается в этом клубе уже третий год. Сертификат – это абонемент, чтобы заниматься спортом у нас. Многодетная семья. Я самый старший, у меня еще два младших брата по 3 года. Я занимаюсь боксом. Ну, это иногда как и защита. Мне очень нравится, потому что это довольно эффективно и просто мне это по душе. Я занимаюсь капуэрой, это бразильский вид спорта, там смешанный бой с танцами. Бокс, капоэра, гимнастика, хореография, фитнес для начинающих, кикбоксинг, тхэквондо, зумба. В каждой из 14 групп по различным видам спорта фитнес-клуб по собственной инициативе создал по 2 социальных места. Их как раз и предоставляют деткам из семей с небольшим достатком. Клуб одним из первых включился и продолжает принимать самое активное участие в программе «Детский спорт», которая реализуется уже третий год. Это совместный проект города и коммерческих спортивных клубов, которые готовы поддержать юных спортсменов. Как объяснил Николай Гречишников, председатель городского совета депутатов, на основе обращений родителей формируют список нуждающихся в такой льготе и обращаются в спортивные клубы, чтобы подобрать секцию в соответствии с интересами ребенка. Коммерческие спортивные организации, уже исходя из своих возможностей, предоставляют детям сертификаты на бесплатное или льготное посещение тренировок. Если это семья, которая нуждается в нашей помощи, мы эту помощь, невзирая ни на что, оказываем. И я хочу как раз вот Мироновой Елене Борисовне сказать огромное спасибо. Здесь и условия хорошие, хороший зал, прежде всего, и для общей физической подготовки, и для игровых видов. Вот с легкой их руки проект наш «Детский спорт», он очень хорошо пошел. Надо отметить, что за 3 года ни один клуб не отказал в просьбе. Всего программой охвачено более 100 детей. Лариса Панина, Денис Рокин, телекомпания «Лобня».